хулиганство, предупреждение полицейским или нечто иное. Сразу два уголовных дела возбуждено по факту обнаружения взрывных устройств в Кировском и Ворошиловском районах Волгограда. Одно из них сработало, второе было уничтожено специалистами-взрывотехниками на месте. Ночь 7 августа выдалась для сотрудников волгоградской полиции бессонной. Первое ЧП произошло на посту ДПС, расположенном на перекрестке улиц 64-й армии и Засекина. В 2 часа 30 минут в Кировском районе города Волгограда в результате взрыва гранаты была повреждена входная дверь служебного помещения отдельного батальона ДПС УМВД России по городу Волгограду. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда к нему подъехал автомобиль ДПС. К счастью, от взрыва никто не пострадал. Спустя несколько часов дежурный офицер полиции на стоянке служебного транспорта батальона ДПС, расположенной в Ворошиловском районе, обнаружил самодельное взрывное устройство. Это была мина времен Великой Отечественной войны, начиненная, как сделали вывод прибывшие эксперты, тротилом. Она была обезврежена на месте взрывотехниками областного ОМОНа. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Напомним, что весной 2011 года взрывное устройство сработало у ворот городской ГИБДД, позже еще одно было найдено рядом с Волгоградской академией МВД. Организатор взрывов получил тогда 12 лет колонии строгого режима.